Потому что для разнообразия один раз можно проиграть Павел. Так, ну мне кагую, пацаны. Ловлю кагу и начинаю ебать всех. Крит? Чешо. Но он такой же, как и в старой версии. Значит, не слабый в любом случае. А, тут телепорт не работает. До 10 секунд вот этих. Ля, Наруто, Баруто шарит. 101-я билка у него другая. В 13-й версии. Видимо, все-таки понерфили немножечко. Потому что на первом левеле у него какая-то билка была. Да, да, иди нахуй. Ебать там сюрикены. Че вообще происходит, нахуй? Наруто, Баруто, блядь. Сосать какашу, сосать. Ну, дофла тут не настолько сильный. По моим личным оценкам. А вот Зора тут ебет постоянно. Достаточно жестко. Тут у Белоуса, видимо, билки переделаны чуть лучше. Это явно его билка. В принципе, забавно. Да мы все равно в дисбалансную версию, пацаны, играем, успокойтесь. Чисто почилим. Ебать нахуй, спасите меня кто-нибудь. ХВшку не успел нажать. До Гормака не. Нет, нет, нет. Слишком много БВО, пацаны, и так было. Так, посидим, почилим в это. Так, мне бы 6-й левел, блядь. Было бы неплохо. Что у меня это? По-моему, это проездка. Не? Не, не проездка, кстати. А что это такое, блядь? А, ну это проездка, но она теперь такая уёбистая немножечко. То есть ее нужно руками прожимать. Так, а, ну тут, кстати, еще из баланса закрыт портал ебучий до какого-то момента. Что там по киллам, кстати? Ебать там итачи на имбе. А, говорит РМК нахуй. Выигрывают, еще РМК просит. Тут собака. Согласны? Что это вообще за хуйня была, блять? Это у меня такой эффект? Нихуя не понимаю. Ебанутая хуйня какая-то. А, минус глаза в этой версии, конечно. Полные. Мне, кстати, Иша в 13-й версии намного больше нравится. Намного больше. Павел бы еще не стелял, зараза такая. Так много. Так, давайте посмотрим на гидрах, что у меня делает Ешка. А, ну то же самое. А что тогда за затемнение экрана было ебаное? Да, да, друид, именно так. Как иначе? А как иначе, друид? Как иначе, скажи мне.
По-моему, кстати, сада тут тоже более сильный. Тут 6 на 6, кстати, ивенты есть. О, награда за меня. Ну это хуёво, кстати. Это очень хуёво. Дай девочку, сука. Собаки. 10 спелов мне сдали. Там у Наруто, кстати. Наруто двойники ебаные, очень сильные, видимо. Наруто в этой версии, кстати, супер сильный, насколько я вижу. Кадой, давай, еби. Кадой не ебет, понимаю. Давай, Павел, давай. Там три каленых, убивай их. У Наруто награды. Ой, как красиво. Но это все равно не поможет ему, он руин. Ах ты, сука драная. Сусать. Дарили от какаши. Странно. Тупо странная хуйня какая-то, ну ладно. Ля, Лейлор, а ты откуда шаришь? Че, внимательный такой, что ли, руин? Да, да, я... Так, давайте сюда ебанем. О, ебать, кстати, неплохая, неплохой рейндж. Че, а уроны будут с эрки, я не понял. Вы видели вообще уроны с эрки? Я не видел, блядь, с моей эрки уронов. Что это за хуйня? Ебать, Undead! А можно мне, пожалуйста? Ну, Белус тут явно сильнее, чем в 13-й версии. Уж точно можно сказать. Та вы заебали. Тупо душат, блядь. С двух сторон, нахуй. Пиздец. Сусать. Ну что-то не, Иша мне не очень нравится на самом деле. Что очень слабенький у него с пыльцей. Прям. По сравнению с Дорос, с тем же каким-нибудь, или с Белоусом. Там совсем хуёво. Я не видел, кстати, урон сверки. Пацаны, вы видели? Я не видел. Где урон сверки, блядь? Я вот с ВЭшки вижу урон и все. И пиздец какой-то нахуй. Ебать нахуй, что происходит? Урон церкви видели, пацаны? Очень маленький он. Ебанина какая-то происходит, если честно. Мы, кстати, проигрываем 3 килла. Ну это естественно, естественно. Мне баланс не нравится в этой версии прям совсем. Да шо ж ты раньше времени нажал, еблан. Ебать их там каленых. Сусать. О, я даблкил сделал. Ну за меня опять награду дали зачем-то. Тупо хейчу. Руин. Чё у меня тэшка делает? Видимо, особо урон какой-то. Отъебись, руин. Да дай выйти из стана, блять, уебок. Тупо 5000 на руках, понимаю.
А, за меня опять награда, да? Или за меня не сняли награду? Нихуя не понимаю, короче, что происходит. Но я ебу, блядь, метеорит нахуй. Который нихуя не наносит, кстати, урона. Да, да, вижу в курсе. Понимаю, понимаю. Да. Сука. Там слева награда за белого хуичига. Ебать он тут ебанутый нахуй, кстати. Это что, тэшка Зора, которая не сработала, блядь? Нихуя непонятно, Рили. Так, по-моему, тут же ничего не меняется, да? Ты стол не шаришь, а пиздишь, Рубин. Тебе покажу такое, ты охуеешь потом. Посмотрим на мою тэшку. Ебать, это что? Она, оказывается, по нескольким целям бьет, лол. Понимаю. А, ну да, так сильный, да, так сильный, если посмотреть. Прям не слабый. А вот, вот эта хуйня полная. Давайте посмотрим на голема, сколько она несет. Ну, ПР-ка ебаная. Я прожал эрку, она вообще ничего не нанесла. Она, видимо, только на игроков работает, ебать. Понял. Понял, понял. О, сюда. Чё, кстати, по киллам? Мы все еще на 4 проигрываем, кстати. Кстати, все еще на 4 проигрываем. О, тэшка в меня полетела. Еще что-то какая-то хуйня, блядь. Тут тэшки по-другому рели сделаны немножко. Странно, с одной стороны, выглядит. Чё? Чё вообще происходит на экране? Кто-то может понять? Я вот нет. Я вот не пойму. Глубоко. Глубоко не понимаю, что происходит, блядь. А. Мне сало дали какое-то ебучее, блять, в ебучку. В ебучку ебучее сало дали, понимаю. Так, все, мы идем на базу и показываем стволовую ёбку, так сказать. Если, конечно, дойду туда. Меня не пускают, суки. Понимаю. А теперь показываю ствол. А, 50 плюс, понимаю. Не, ну а чё, в принципе, в будущее, так сказать, вклад. Так, а чё тут у меня ещё? Вот эта хуйня получается. Ну это вклад в будущее, пацаны, вы не шарите. А, ну Рили, походу, в середине только бьёт. Прикиньте, она походу рели только в середине бьет. Ну неплохой урон, кстати. Неплохой урон, кстати. Где говно? Говно, иди сюда, блядь. Сука. Зора, еби его. Руина. Че вы им на базу, блядь, заходите? Чем делать нечего? Что вы у них на базе деретесь, дурачки? Или дурачки у них на базе решили подраться? Понимаю. Пиздец, руины нахуй. Да, да, Лор, нормально, это вклад в будущее. Похуй. Главное не фити, пацаны, главное не фити. А,
понял. Опять 10 тэшек в меня, понимаю. Опять 10 тэшек в меня, блять! Хули, сука, Тима, ничего! Тима разбежалась, блять, по углам, пока у меня все тэшки сдавали. Спасибо. Спасибо, блять. Охуительная, блять, команда, блять, просто мечты. Дофла, кстати, на Павле 11 киллов имеет. Там говорит, что дофла имба. Пусть дурачок. Сау, какаш 30-32. Что было, не знаю. Ну, надо, получается, все-таки брать хуйню. О, сюда, блядь, Наруто. Наруто, блядь! Наруто! Куда Наруто делась? Понимаю, Наруто съебалась. Что-то вот эрка совсем без урона, я не знаю, пацаны. Мне совсем не нравится эрка моя. Посмотрю, думаю, а тэшка вообще на крипов будет работать? Мне это интересно. Вот этот момент. Вот этот момент мне очень интересен, конечно. А, ну это клон, как я и думал. Как я и думал, как говорится. А, ну да, давайте. Еще потрясем мне экран, блядь. Давайте встань и постоим 10 тысяч лет. Ну да, да. Сука, хейчу. Пацаны, что вы фидите, а? Что вы фидите? Мы на 3 килла проигрываем, между прочим. Потому что вы фидите руины. Понимаете? Так, давайте попробуем все-таки. Мне вот интересно. Мне вот интересно. Да, работает. Но не так сильно, как хотелось бы. Ну и хули ты прибежал тэшку сдать руину? Тупо руина ебучая. Бля, это тэшка, что ли? Тэшка, которая не наносит урону Зоракста. Классика, нахуй. Чё происходит, блять? Там лавовый, блять, сука, разошелся, нахуй, долбоёб. Пиздец. Пацаны, если даже Павел за Дофламинго не смог киллы сделать, значит он посос в этой версии. Держу в курсе. Тупо хейчу. Хейтеров. Хейчу хейтеров. Выстелили? Ну да, да, конечно. В школе расскажи про то, как мы стелили, блядь. Ебать! Ну тэшка у кимпача очень сильная. Прямо скажем. Ебанутая немножечко. Ну я, кстати, с руки наваливаю вообще немало. Прямо. Прямо вообще немало. О, я ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ебать. А я не думал, что оно застилится. Не думал, так сказать, что это возможно. Понимаю. Да, кадо, это понятно, как бы. Хорошо, бамси, хорошо. Пассивка имба, возможно. Невозможно. Так, а можно мне, блядь, ёбаные кнопки нажать, сука?
Ебать, я там троих или четверых ебнул, блядь, эркой плюс тэшка, неплохо. Вообще неплохо. Но там это, нас какаша что-то выебывает немножечко. А, ну и вообще, ну не, я не знаю, у меня Тима Рилли, блядь, нихуя не делает. Я, блин, разъебал, сука, десятерых нахуй на арене, ну как минимум четверых, как минимум троих. Они нихуя не доделали. Я, блядь, убил троих человек, сука, с эрки плюс тэшки. Вы можете хоть что-то сделать? Тима инвалидов. М? Руинеры, блядь. Бля, что-то тэшка Рилли слабая в этой версии у некоторых персов прям. Соло таргетная. Бесит эти станчики пожилые. Как ты это задоджил, сука ебаная, блядь? Кто это вообще нахуй? Я не понимаю, блядь, что происходит нахуй. Итачи ебаный. Я думаю, кто, блядь, на этом говне играет ебаном, блядь? А это Итачи, блядь. Кто-то сомневался, я вот нет. Хейч тупо, тупо хейч. Да, заказали еще одно БВО после этого. Что происходит, блядь? Я не понимаю, блядь. Только да, конечно, эта версия. 13-я, обычная. Да сука, почему у него кушка больше, чем у меня вышка по рейнджу? Ебать, оно мгновенно убивает. Прикиньте. Рафлан ебало. О, дамаги пошли, кстати. Я-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я-ха-ха-ха-ха-ха. Да, Фуджи прям мне нравится в этой версии. То есть у него, конечно, в начале хуже игра идет. Чуть-чуть. Чуть-чуть, так сказать. Где все? Там все говноеды сверху, что ли, дерутся? А, ну понимаю. Сусать! Неплохо. Неплохо подамажили. Ну, вот это, конечно, тоже, блин, нихуя не видно. Плюс очень много урона. Неприкольно. Сука. Да отъебись. Отъебись, собака. Сука. Хейчу, 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 хейчу. Хейчу, 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 хейчу. Хейчу, 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 хейчу. Можно добить Итачи, а, Павел? Ну не, ноль урона у Дофламинго, я же говорю, ноль урона. Вообще похуй, блядь. Похуй, чё там ноль урона? А что я такой замедленный опять? Пиздец. Кто из них настоящий, блядь? Вот этот говноед. Привет, Шпак. Да можно, конечно, если успеешь зайти. Ты, сука. Бля, чё творит собака. А у меня все равно спилы все в КД. Чё вы меня хейтите, блядь? Видали, чё? Это Вэшка плюс Ешка была. Понимаете? Видали, видали? Пиздец.
Он там не в клона дал случайно смог тэшку. В клона по-любому тэшку сдал. Ну да, да. А чё я там так много киллов сделал, они все живые, блядь, а? А хули так? А хули так, блядь, пацаны? А чё я сдох-то от ничего просто? Пиздец, ладно. Чё там надо? А раз всё-таки это буду собирать дальше. Да с каких тут киллов вообще, кстати, БВО идёт? Очень интересная информация. Бля, зачем я это сделал? Пиздец. Нахуй. Нихуя из этих клонов непонятно, сколько, блядь, человек, нахуй, на арене, блядь. Пизда, Наруто меня бесит, нахуй, в этой версии. Шо в таблице? А, 270, ну мы всосали, пацаны. Вы можете не фидить так жестко? Если 270, мы всосали 100%. Почему я не убил никого опять Эрка? Эрка очень рандомно работает, я смотрю. Очень рандомно. Непонятно нихуя. А ты бесит меня. Итачи ебаный. Опять он... Итачи, вот этот герой слишком перебафанный, как и в той версии 1.1. Ебаный. Вот этот герой говна. Почему у меня блинк не сработал, блядь? Сука. Пизда. Почему я такой медленный, блядь? 425. У этого мудака. Мне тоже странно. Почему я такой медленный, блядь? Ну Ташка его явно не убьет. Нет, убила, кстати. Рафлан. Пацаны, мне нужно левел F набрать, тогда я буду ебать. Можете не фидить пока. Лишний раз. Киллов так там соточка осталась, даже меньше. А мы въебываем на 18, кстати. Ты заебал, блять, итачи ебаные. Подожди, это не итач? Это Наруто, что ли? А где я? Нет, это итачи ебаные. Та ты заебал, господи. Итачи, блять, все тэшки въебаного белого ичига сдавайте, пацаны, он заебал меня. Все тэшки в этого уёбка, пацаны. Да иди ты в очко. Ну, пред, как обычно, как в обычном БВУ, точно так же. Руина. Я тебе не могу подсказать, потому что я слишком отвлечен. А, Ешку проебал. Ну да, да. Опять все сплы в меня. Но у меня все сплы на КД. Не знаю, какой смысл в меня давать все обилки. Я, по крайней мере, эту ебаную хуйню белого ичига на себя отвлек. Надеюсь, как-то поможет моей тиме. Не, ну Павел, конечно, старается. Но на этом герое у него нет шансов просто.
Никаких. Там такие каленые, блядь, все остались. У нас дофламинго, ну, блядь, 6 килов коду, ты чё, шутишь, блядь, 6 килов, блядь. 6, коралл. 6, сука, 6. Чё, совсем ебанутый? Пиздец, 6 килов. Это не смешно. Это просто вообще не смешно. Вот он, коду, вот этот коду полезнее, чем ты, руина. Там говноеды побежали ко мне, пацаны. Чё эти говноеды прибежали? О, я же говорю. Тупо черты драные. Чё вообще происходит? Непонятно, нахуй. А шо ж ты меня бьёшь, зараза? Тупо меня бьёт, сука. Бля, спасибо, нахуй. Не дали кодой меня, блять, убить. Спасибо Белоусу, как говорится, да? За счастливое детство. Где настоящий? Нихуя не понимаю. Сосать! Сказано сосать, значит сосать. Не, ну Тэшка, конечно, уже вообще ебаная имба. Да иди ты нахуй. Чмо со станом, иди нахуй. Ибись. Белый Ичика тут переапан вообще в ебанину нахуй. Слишком сильно. Да ты заебал, сука, почему у меня шлем не блочит этого долбоеба нахуй станом? Бесит пиздец. Тупо вышел опять, блять. Полуебальника нету, понимаю. О, Тэшка от Кимпачи. Фонтан тут, кстати, вообще почти не регенит абсолютно, нихуя. О, спасибо, спасибо. Тупо пиздец какой-то. Да я знаю. Где мне их выстрать, блять, как говорится? Где мне их выстрать? Заебали. Тупо контролев миллион, нахуй. Миллион контролев. Ваши скиллы, конечно. Так, мне совсем чуть-чуть осталось, пацаны. Да ты хуесос на Итачи, ебаный, блять. Бесит, рели бесит меня, пацаны. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну сейчас, блять, дуэль посмотрим, кто будет хе-хе-хекать, блять. Ебаные саленсы ваши. Да ты заебал это, чё трили? Ну заебал, мудак. Тупо заебал, блять. Каплю, каплю, сейчас увидишь. Не знаю, эффективна эта стратка или нет. Но мне кажется, эффективная очень должна быть. Да ты заебал, хейтер ебаный. Говорили, хейтер ебаный. Не, они задоджили. Ну они, блять, видят меня нахуй. Я не могу ничего сделать. Как бы все спылы в меня сдали, руины. Моя тима нихуя не может их сгруппировать, блять. Мы вроде выигрываем. Вот так, посредственно. Вот особенно вот эта хуйня осталась. Ичига ебаная живая. Понимаете? Ичига нас выебит вот втроем, блять.
А, ну там еще этот остался хуесос. Что за вода нахуй? А, ну вот. Вот. Оно одноразово, что ли, работает? Странно, но, видимо, единоразово работает. Знал бы я, как говорится. Может, кулдаун какой-то. Знал бы я, не делал бы так. Ну ладно. Видимо, оно единоразово работает. Может, я что-то забыл из итемов собрать важное, но я не помню, честно, пацаны. В этой версии есть еще такого. Вампиризма нет, он в шапке. А, его нету в шапке? Понял. Вампиризма в шапке нету. Понимаю, кстати. Бля, пацаны, кому нужна шашка за 7000, возьмите. Я вампиризм себе соберу, рили. Ну мы все еще въебываем 40 киллов, но я не знаю. Это какой-то фантастический долбоеб, единственный в команде 7 киллов, блять. Таких результатов вообще ни у кого больше нет, как бы видите. 7 киллов, блять, кодой нахуй. Кодой, ты позорище ебаное. Рили позорище ебаное, нахуй. 5400, а мне, кстати, хватит. Мне, кстати, хватит. Как же Итачи заебал. Ну Итачи, ну ты рили мразь, блядь. У меня, сука, инвалид 7 киллов в команде. Он, блядь, там... 74 килла Тахилор. Тахилор, говорит, не умеет. Ну, видимо, какашка тут совсем ебанутый, блядь. И Итачи 73 килла, блядь. Вот два. Две имбы, кстати, вот вам. У меня тоже сильный перс, конечно. Не настолько, видимо, как у них. И не настолько, блядь, у меня еблан 7 киллов, блядь, просто в тиме, нахуй. Не знаю, как такое законтрить можно. Как закончить, законтрить еблана 7 киллов в тиме, я не знаю, пацаны. Невозможно, нахуй. Невозможно законтрить просто, понимаете? Мы въебали, естественно, из-за кодо, из-за кого еще? Если бы там было хоть что-то. 28, блядь, киллов мы отстаем, все из-за кодоя, блядь, ебаного. Он не делает киллов, он фидит, блядь. Да в смысле непонятные? Господи, инвалид. Может в этой версии непонятные, а хуй знает. Как они могут быть непонятными? Вот у меня действительно непонятная, блядь, хуйня. Чё она, блядь, дамажит? Куда она дамажит, блядь? А у тебя там чё непонятного-то, блядь, ёбаный рот? На СТ-шка, кстати. Не, вот этого мудака в бан, блядь. Вот этого мудака, блядь. А чё у Санса за перс? Ну, от классика, от урны, блядь, в меня. Тэшка, блядь, сразу же. Инстант тэшка в меня, блядь. Потому что, блядь, классика, нахуй. Классика жанра, блядь. Да ты заебал, Итачи! Можешь ты отъебаться от меня, сука? Говноед ебаный, сдохни. Сука, хейчу, блядь.
Я не знаю, как нам выиграть на самом деле. Жалко, что эта штука один раз работает. Я бы очень сильно усилился, если бы она работала больше. Надо с другой стороны, это баланс, то, что она так работает. Бля, ну 7 киллов всю игру, блять, это пиздец какой-то, рили. Урон узора вот с этого спала вообще никакой. Какаши слишком сильный. Какаши слишком сильный, блять. Какаши белый чига, блять. Надо в бан в этой версии. Как кагую. Я бы кагую имел, я бы разъебал даже с таким долбоёбом на 7 киллах. Да, держу в курсе. Белуз, кстати, в этой версии сильнее. Вначале тащил жестко, ну и сейчас у меня 52 килла. Немало, собственно говоря. Да 10 киллов. Кадо, не выходи с базы, ебаный рот, ты, блядь, фидишь нахуй. Кадой, ты срёшь, блядь. Просто срёшь киллами врагам. Да вы заебали, блядь. Пиздец, ну на экране рели нихуя непонятно. Какая-то хуета ебаная постоянно происходит, блядь. Еще этот долбоёб, блять, высрался, блять, из ниоткуда, ичига ебаный, блять, сраку. Ну мы проебали, сори, за кадоя мы въебали. Было бы тут хотя бы 5 на 6, мы бы выиграли, кстати. Но из-за кадоя мы въебали полностью. Я, кстати, очень сильно их задамажил. Но не убил, к сожалению. Потому что тима инвалидов-руинеров, как говорится. Я как и говорил, дофла сосет в этой версии. Абсолютно. Беспощадно нахуй сосет. Стас, световой адмирал. 15 киллов тоже. А, ну... 7 киллов, 15 киллов, а чё я удивляюсь, что мы въебали, блядь? Чё я удивляюсь, блядь? Понимаю. Я этого святого адмирала вообще в игре не видел, если честно. Так-то, если посмотреть. Я, кстати, 20 тысяч накопил, но там 2 килла осталось. Это все. Это нахуй. Смерть, блядь. Абсолютная. Где это Наруто ебучая? Наруто ебучая, иди сюда. О, неплохо. Неплохая тэшка от Белоуса. Но это конец, к сожалению. Не, ну спасибо Тиме, блять, за победу, нахуй. 7 киллов и 15 киллов. Охуительно играть. Пиздец, Кадо, иди нахуй. Ёбаный рот. Вот Тахилор, возьми себе вот этих двух команду инвалидов, блядь, на тех же персах. Потом скажи, что я победитель, блядь. Давай, давай, удачи.